Привет, друзья! Это истинный исследователь. Обзор, посвященный ТОПу. Маленький компьютер такой, Asus 1033 модель. Сейчас я покажу. Вот он, ВАИДИ 64. Программка для просмотра железа. Процессор двухъядерный Intel Atom D2550 Cedar View. Он, как я понимаю, не сильно старый. Сама приставка 2013 года. То есть прошло 14, 15, 16, 3 года. И он не тянет даже просмотр в браузере 720 разрешения. Потому что загрузка поднимается до 100%, все тормозит. Сейчас у меня запущен торрент. Видите, он грузит 10% торрент. Запускаем браузер. Обыкновенный браузер, в котором открыто одно окошко сейчас. Разрешение 720. 720 же. Да. Смотрим загрузку. 99%. Ну и все. И вот ужасно тормозит. То же самое с торрентом, например, если побольше файлов, побольше соединений. То есть процессор просто не тянет элементарную работу. Просмотр видео и торрент с 10 файлами. Не с 1000 файлов, не 10 файлов, которые скачиваются, немножко раздаются, то есть маленькая нагрузка. Вот в этом проблема. То есть в этом обзоре на топа я и хорошие, и плохие качества его сказал, но больше ругал за плохую систему охлаждения, потому что сделано не очень хорошо. Эти 10-20 ватт, которые производят нетоп, они отводятся в бок, сам он греется. Не очень удачная конструкция вот этого вентилятора, который маленький, маленькая эффективность. Ну, еще видите, процессор 2550 Atom никуда еще не годится, но даже видео 720 не посмотреть в интернет. Сам файл, например, если на компьютере уже видео можно смотреть, да, по-моему, 720 разрешением, 1080 идет. Но тоже нагрузка прям под 100%. Для чего он тогда, этот нетоп, был сделан, если он, ну, элементарную работу не тянет? Вот. Естественно, я его ничем больше не пытался загрузить. Но вот эти дикие тормоза, оказалось, что это процессор. Так что Intel очень плохая фирма. Она делает вот этот хлам. Естественно, там есть Celeron, есть i3, i5. Я понимаю, но там уже маленький компьютер стоит 30 тысяч рублей, по-моему. Или дороже даже. Но я видел за 30. То есть, ну кто же, телевизор сам стоит 15, там 32 дюйма. И к нему приставочку на топ за 30. Вот. А так, конечно, удобней на Windows подключать к компьютеру, потому что у Windows больше драйверов, есть возможность подключить микрофон, наушники, нормальный разъем у андроидов. Ничего такого нету. Ну, по крайней мере, те, что у меня были. Поэтому учитывайте, что мега слабые устройства, если оно на вот Атоме 2550, D2550. И сам Asus, он, конечно, не самый плохой производитель, но опять же, вот эту проблему с охлаждением не очень хорошо решил. Маленький радиатор. И один раз у меня приставка это просто стояла и перегрелась очень сильно, там градусов до 60-70. Прям горяченная была. То ли вентилятор встал, то ли что. Как будто вот эти 10 ватт прям чуть ли не сгорел. То есть даже вот этот нетоп может сгореть, оказывается, если вентилятор остановится.
то ли датчика там нету, термо этого датчика. То есть все-таки Asus такой фирма гнеденышная такая. Кривляет из себя лидера, ультра там. Но на самом деле даже элементарные вещи просматривает. Ну, на этом все. Пока, ребята. Подключайте к телевизору нет-топы обязательно, без телевизионной антенны, где пропаганда санного говна, религии всяких санных. И смотреть через интернет полезные каналы. И мой канал самый полезный. Это был истинный следователь. Так. На этом завершается ролик о нет-топе Asus 1033. И проблема с серьезными тормозами в работе. Чем они вызваны, я описал. Пока.